Здравствуйте, с вами Владимир Григоренко. Я заказал балкон такой в компании «Окна Украины» еще 8 августа 2014 года. А вот сегодня уже 4 октября, и балкон стоит. Да, многие работы сделаны хорошо, но вот с окнами у меня не повезло. Вот верхняя фрамуга. Я вам показываю левая с трещиной после установки. Ну и самое большое окошечко, центральное. Вот оно, как оно сделано. Устанавливаем таким образом, что не только стекло выбито, но и нет и боковых, в двух местах нет даже боковых панелей. К нему страшно подходить. Объем, конечно, большой. Поэтому пока балкон получается фактически нежилой. Хотя внешнее, внутреннее ребята сделали хорошо. Вот такие у нас дела. Не знаю. Хотелось бы, конечно, и хорошо отозваться об этом, но, к сожалению, так как мы с этой компанией сотрудничали, мне бы не хотелось. Я хотя и занимаюсь тоже обслуживанием, но, честно говоря, я бы ни минуты не держал час людей, которые занимались бы у меня вот таким обслуживанием. Я понимаю, что дефектация не мое дело, это должна сделать компания, но похоже лидеру не до этого. Поэтому хорошо думайте, с кем заключаете договор. Потому что все 45 дней забитых договоры давно истекли. И, конечно, хотелось бы, чтобы у нас сотрудничество все-таки закончилось, потому что в Украине смутное время и есть другие задачи, кроме балконов. Поэтому на этом я закончу. Ну, посмотрим, как все это закончится. И если закончится нормально, вы этого не увидите. Нет, значит, это будет в Ютубе.